Всероссийский творческий конкурс «Слава созидателям» проводится с 2016 года в 23 городах присутствия атомной промышленности по инициативе «Росатома». Конкурс посвящен тем людям, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и становление городов присутствия госкорпорации. В этом году творческие работы участники представляли в двух номинациях. В комиксе о созидателе нужно было нарисовать серию иллюстраций о значимом событии в жизни ветерана, а один в один с созидателем – это воспроизведение архивной фотографии героя в похожей одежде и позе. Выбираешь любую фотографию созидателя, прям в точь-точь надо одеться как-то. Вот, например, мы выбрали фотку, где девушка с парнем сидят на мотоцикле и просто сидят и ездят в нем. Вот мы повторили такую фотку с папой моим. От Сарова в конкурсе «Слава созидателям» участвовали 22 человека. Одним из победителей федерального этапа стал саровчанин Александр Василенко, студент политехникума, который сделал фотографию в номинации «Один в один с созидателем» с Юрием Алексеевичем Трутневым. В качестве подарка Александр получил поездку в Москву в дни осенних каникул. Я хочу сказать, что независимо от того, сколько участников, качество работ становится из года в год все выше и выше, интереснее, подходы более творческие, содержание более интересное у ребят. Ну, наверное, в этом и главное. Потом людям старшего поколения важно внимание, которое им уделяют, пока участвуют ребята в этих конкурсах. Второй год участники конкурса из Сарова озеленяют левый берег реки Сатиса, высаживая деревья и кустарники. Ребята и их родители трудились вместе. Участникам муниципального этапа конкурса помогал и председатель городской думы Антон Ульянов. В этот раз на прогулочной набережной можно будет увидеть порядка 50 саженцев – кленов, спирей и дернов. Данные саженцы высаживались в рамках муниципального контракта на содержание данной территории и в рамках сегодняшней акции. Подрядчик выполнения работ муниципального предприятия ДЭП. Содержание данных насаждений будет осуществляться также в рамках муниципального контракта по содержанию данной территории, подрядчик ДЭП. Мини-субботник завершился церемонией награждения. Антон Ульянов вручил дипломы и памятные подарки всем участникам конкурса «Слава созидателям». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.